В общем, вопрос такой, немножко не по теме. Недавно командой Института ритмодинамики были проведены интересные эксперименты по измерению относительной и абсолютной скорости в эфире. Какой командой? Ритмодинамика. А, знаю такую команду, да. Да, и это были эксперименты с интерферометром особой конструкции. Вот, да. И там выявились очень интересные эффекты. Человек с этим интерферометром садился в пояс метро, и при ускорении системы полосы интерференции начинали активно смещаться. То есть наблюдался фазовый сдвиг. У меня есть их статья, я обещал дать отзыв. Дам отзыв. Ага. Ну вот, это просто может интересно будет другим, я просто озвучу. То есть система реагировала на нечто, которое присутствует в пространстве. Вот. И что интересно, конструкция интерферометра-то предельно простая. Вот. Сейчас в интернете брошюра выставлена для всех, кто желает повторить подобный эксперимент. Вот, соответственно, к вам два вопроса. Вы уже ознакомились с методикой проведения этого эксперимента? И существуют ли подобные эксперименты в эфиродинамике? Нет, насчет эфиродинамики я заниматься этим не буду. Значит, если ребята хотят, пускай делают эксперимент. Я уже, похоже, никакими экспериментами больше заниматься не буду. Ну вот, но, в принципе, идея у них правильная, мне показалось. Что значит, он реагирует не на скорость, а на ускорение. И рассуждение так вроде логичное. Поэтому отрицательного отзыва с моей стороны не будет.